Дорогие друзья, я очень вас всех благодарю за поздравления. Сегодня, 9 июля 2021 года, для меня просто удивительный день рождения. Один из самых счастливых дней рождения за всю мою жизнь. Грандиозный день, грандиозный праздник. Я фактически не праздную свои дни рождения, но сегодня был особый день, особый для меня уникальный день. И я только приехала из Киева фактически. Я немножечко сняла грим, но я буду сейчас принимать душ, потому что у меня еще лак на волосах, и мне, конечно же, нужно принять душ. Но я не мог перед этим сразу же не записать это видео благодарности. Очень много писем, звонков. От людей знакомых, от людей даже незнакомых, где мы только знакомы виртуально, друзья, френды в Фейсбуке, например. Спасибо большое. Ну, я хочу огромнейшую благодарность сказать в первую очередь удивительному, уникальному человеку, великому, живому гению. Для меня настолько это было неожиданно, настолько было сегодня приятно, 9 июля. У меня были грандиозные съемки в Киеве. Ну, для меня это удивительная просто была сегодня съемка, потрясающая. Завтра у меня будет выход в прямой эфир, второй этап съемок. На телеканале «Новый мир» будет трансляция этой передачи. Это новая серия про Матея «Лабиринты судьбы». Серия называется «День рождения и наша судьба». И уже сегодня звонили эзотерики, меня поздравляли с днем рождения. Очень приятно, огромное спасибо. Я не называю сейчас имен, кто мне звонил. Вы видите уже завтра, когда выйдет передача, в 22:30 по украинскому времени – на телеканале «Новый мир», ведущем европейском. И вот были потрясающие съемки. Завтра будет еще прямой эфир у нас. Где-то с понедельника, вторника передача появится в интернете, и я смогу ее выложить на Facebook, на YouTube-канал Центра эзотерики и психологии «Прометей». И вот когда съемка завершилась, для меня такой был сюрприз, такая была приятная неожиданность. Приезжает сам великий живой гений, творец мой, создатель в эзотерике. Это мой продюсер, я сейчас не называю все-таки его имя, мне неловко. Я не имею права, он не разрешал, чтобы я называл его имя. И вот приезжает он, говорит... Он пожал мне руку, говорит, я специально приехал, чтобы вас поздравить с днем рождения, Любомир. Поздравляю вас с днем рождения. И он подарил мне подарок. Сейчас я покажу, вернее, подарки. Значит, вот этот потрясающий чай. Я никогда в жизни такого чая еще не пил. Вот я его заварил уже, да? И... это удивительный вкус. Сейчас я его еще разочек вам покажу. И он подарил мне вот такие наборчик чашечек. Две такие чашечки. Я уже одну сразу же, вот я приехала, я ее помыла, и она сразу становится моя чашечка, с которой я буду пить чай. Я сразу же приготовил вот этот потрясающий чай. Тут у меня такой какой-то кексик я был, в дороге купил. И вот я... так праздную свое 34-летие. Ведь сегодня 9 июля 2021 года, мне уже 34 года, и чай фантастический. Невероятный чай, настолько приятный, настолько вкусный. Я даже такого в жизни, наверное, вкусного чая не пил. Вот. Здесь получается... даже есть кусочки клубники. Вот такой очень, очень необычный чай. Вот он. Так. И мне настолько приятно,
что настолько занятой человек, генеральный сам продюсер, генеральный директор телеканала «Новый мир» нашел время и приехал, и меня поздравил с днем рождения. Также дорогой продюсер подарил мне еще один подарок. В следующую субботу выйдет абсолютно бесплатно повтор одного из предыдущих выпусков «Прометей. Лабиринты судьбы». Это будет выпуск с первого сезона, который еще на этом канале не видели. Но какая серия, это будет секрет, уже увидите в следующую субботу на телеканале «Новый мир». И я очень счастлив. Я приехал, и столько поздравлений, столько искренних слов, света, тепла от моих подопечных, от клиентов, от коллег-эзотериков. И мне очень приятно. Я обязательно прочитаю все сообщения, которые мне пришли. Также мне вот на почту приходит, что мне и ВКонтакте пишут, но туда зайти не просто, там нужно VPN включать, я немного позже туда тоже зайду, всем благодарю. И отвечу также в Фейсбуке на сообщения, отвечу в Телеграме, в Вайбере. Спасибо всем вам, мои дорогие, у меня сегодня удивительный день рождения. И прошло ли потрясающие просто съемки сегодня новой серии «Прометей. Лабиринты судьбы». И завтра я выхожу в прямой эфир, где буду консультировать уже людей, которые будут звонить в студию. И, мои дорогие, завтра не пропустите эту серию. 22:30 по украинскому времени. Спасибо большое вам, Марина. Вижу ваши поздравления. Вот сейчас комментарии. Огромное спасибо. И всех-всех-всех обнимаю, всех благодарю. Я буду сейчас дальше уже так вот праздновать духовно день рождения. Я буду молиться, я буду совершать магические некоторые обряды, которые совершаются раз в год на день рождения. Всех вас люблю. Благословения, счастья и процветания. Ну, а я буду дальше пить этот потрясающий чай, который мне подарил генеральный продюсер. И это потрясающая чашечка. Вот две чашечки он такие мне подарил, такой наборчик. Очень красивая. И сегодня огромное обновление энергии в моей жизни. Настолько счастье. Ну, а чай просто потрясающий. Вот такой вкусный-вкусный. Счастья всем. Спасибо за поздравления. Всех вас люблю. Ваш мастер Любомир Богоявленский.